Добрый день, друзья, уважаемые участники и жюри конкурса. Как вы знаете, сейчас проходят зимние Олимпийские игры в Пекине. И очень радостно, что из Алтайского края там принимают участие барнаульский конькобежец Виктор Муштаков и заринский биатлонист Даниил Серохвостов. Желаем ребятам только золотых побед. Ну, а мы тем временем приступаем к силовому этапу. На старт. Внимание. Поехали. Двадцать секунд осталось. Десять секунд. Закончили. Стоп.